Господа, всем привет! Я тестирую новый лончер. Денчик прислал новый мод, и у меня все виджеты слетели. Думаю, как у меня, короче, обогрев переднего стекла, заднего, с виджета главного устройства в одно касание включался. Можно там кучу ваших команд, круговой обзор, еще что-то. То есть все, что с магнитолы в кан летит, вы отдаете трансляцию TX, можно сделать через виджеты. Давайте сейчас заодно сразу видеоурок и запустим. Что нет-то? Снимем, для вас расскажу, коль сам разобрался, пока память светла. Итак, поехали. Так, переходим на сайт redpower.info и читаем, какой состав виджета. Я сейчас фотографию в видео прилеплю. Вот сюда вот прямо сейчас. И давайте поговорим о ней. Так, погнали. Заходим на сайт вот, redpower.info. Можно его через руку попасть. В общем, кан-виджет. И что мы у нас видим? Тут у нас справочка такая. Что такое, да? Ла-ла-ла, нужно в конлогере зайти, нужно вам сделать нужную вам команду, сфотографировать ее сразу и потом ее виджет ввести. То есть получается, вот у нас идет список команд, он показан, вот, блин, точка не та, слева, короче, по DSL, это с моей машины. И вот тип команды 2E, мы это пропускаем, потом ID команды, потом опять пропускаем и саму команду. То есть нам надо вот сфотографировать то, что мы увидим, и далее создать виджет. Итак, все, прекращаю запись. Так, вот у меня идут каны, где это включается. В настройки, система. Очень удобная, кстати, штука. Мы так и тестируем. Все. О, блин, удобно. Окей. Так, нажму вернуться. Закрыть логер. Так, а в настройки система. Дальше идем за кан-логер. Вот сюда. Открыть окно. Вот у нас идут скан команды. Смотрите, вот я сейчас нажму кнопку выключить. Нажал. Вот у нас команда пролетела. 2E. Пропускаем E0. Берем ID. И потом 0100. Следующая команда. Авто. Первая на E0. 02 пропускаем. 15.00. Так, обогрев заднего стекла. Так, сейчас. Обогрев заднего стекла с виджета. Оп. E0. Берем ID. Дальше длину пропускаем. 14.01. Так, выключить. Ну, выключить. Он сам выключится. Передний обогрев крузаков. Это очень важно. 2E. Пропускаем E0. Берем. Потом 02 пропускаем. 1A00. Да? Вот. Ну, что еще? Там, я не знаю. У вас в некоторых машинах сейчас кнопка кругового обзора есть. Кнопки на руле вот есть. Сейчас нажму. Вот она идет. Ну, ее, наверное, нету смысла использовать. Так, что еще? Климат выключить. Вот. E0 берем. 02 пропускаем. 17.01. В общем, смысл вот такой. Так, возвращаемся. Считали. Это вот фотографируем, чтобы было удобно. Закрыть логер. Закрываем его и создаем команды. Вот у меня задок и передок, ну, это сделано для того, обогрев заднего стекла. Пишем его название, и вот 2E мы пропустили, взяли E0, потом длину данных пропустили, 14.01, сохранить. Обогрев переднего стекла, у меня вышло E0, а там длину дат пропускаем, 1A01. Так, проверяем, нажимаем передок. И быстро в климат. О, сработал. Отлично. Значит, все работает. То есть проверили таким образом. Задок. Оп, задок подогревается. Ну, в общем, вы точно так же можете исполнить. То есть заходите на сайт. Ну или видео в этом посмотрели, как формируются команды. Еще раз. Система. Окей. Конлогер. Вот наши команды. Нажимаем что-либо. Подогрев переда. Блин. Так бывает неудобно, поэтому лучше надо открывать окно, чтобы оно всегда было. Специально так сделала. Сделали. Вот открыть конлогер. Давайте сейчас команду еще сделаем. Обдув. Вот у нас обдув. E0. 02 пропускаем. 12.00. И он задул. Сейчас попробуем виджет создать. Итак, ввел в первой строчке ID E0, во второй 12, пробел. Пробелы не забывайте сохранить.
Давайте проверим теперь. Переписываем видео, значит, что-то не так сделал. Так, ну у меня задул, потому что команда 12.01 надо было. Вот, смотрите, выключаю. Вот, выключился. Включаю. Вот он загорелся у нас, видите? В общем, вот таким, ребята, образом пользуйтесь. Не благодарите. Red Power сила. Ну, извините за мат, переснимать не буду уже.